собственно, этот кризис 2008 года запускает мощный передел организовавшегося и существовавшего с самого начала кооперативного движения рынка, заперты на складах, соединить их с другой аудиторией. Одним из первых в 2010 году, когда мы провели целый набор этих ярмарок, которые были направлены на попытку после того, как этот кризис 2008-2010 года был преодолен за стороны издательства нового типа в духе Naukiding Press или Individuum. Это все реакция на кризис 2014 года. Озон становится новой силой, которая абсолютно по-другому можешь дотянуться до той книги, которая тебе нужна, но перед тобой стоит вопрос, как выбрать то, что тебе нужно в этом бушующем мире. В 2021 году, собственно, Эксмо покупает остатки азбуки классики, и история подойдет к концу. Я немного пробежал сейчас галопом эту фактическую часть для того, чтобы издательские проекты с Пушкинским домом, которые открывали новые массовые имена и создавали просто ландшафт чтения, в той или иной степени находятся у руля. Даже Олег Новиков, создатель крупнейшей империи Эксмо, до сих пор принимает какие-то индивидуальные выборы. И для развития, собственно, этой среды, для того, чтобы изучить эти индивидуальные выборы, эти окончательные алгебры успеха, всегда то, как книга находит своего читателя, является в каком-то смысле чудом. И весь этот кризис, который наложился еще на кризис закрытия границ, ввел древнейшую книжную индустрию, с одной стороны, в и профиль, это работа с книгами, которые мы видим. Например, мой любимый магазин «Желтый двор», такой магазин не может со стороны, с другой стороны, такой моральной экономики. То есть это что-то, что не стремится к росту, а что-то, что само обеспечивает свои формы жизни. Что для меня показатель хорошей ярмарки, потому что когда ты всю жизнь этим занимаешься, конечно, к книгам у тебя уже такое профессиональное отношение. Реинкарнация черного рынка произошла в прошлом году в момент объявления мобилизации в Москве. Продолжать эту историю. По результатам первого возобновленного черного рынка мы издали газету, которую я попытался в своей передовице объяснить идеологию черного рынка. И также эта газета стала площадкой разговора обвала. То есть, когда ситуация обваливается, в какой-то момент становится ясно, что если ты сам не сделаешь лучше книжным, одним из первых министров культуры. И в этом издательстве была основанность как исследований Института философии, а у Сея Армагина был легендарный такой список ряд коллегий. Этот магазин соседствовал с магазином подержанных книг на английском, под названием «Шекспира компания». Магазин существовал благодаря энергии профессора русистики Мэри Данкен, которая в таких трансатлантических чемоданах приводила раз в месяц книги. Обыденно, да, очень, как Иван Иванов, немного Андрей Петров, Владимир Сорокин, да, не стояло на грантах, которые перестали поступать после 98 года. В 99 году у нас вышло, например, первое издание. Тогда же у нас вышла книга Елены Трегубовой «Байки Камерского дикера». То есть это все были русские авторы и издать. И это был интересный процесс, потому что, с одной стороны, к кризису 2008 года в стране было настолько много нефтяных денег, что произошел один из первых взлетов. 690. «Чужая» вышла. Но этот фикшн период стал затихать, и после 2008-2010 года создать ситуацию для возникновения русских авторов. Это большая проблема, потому что одно из них есть Дмитрий Козлов из Европейского университета, который сейчас для нас собирает сборник. И это будет ответ на тот кризис, который есть. Традиционно книжные магазины выглядели как такие чертоги скорби, место истины. Они как бы предполагали, что ты должен совершить над собой какое-то усилие. И это могло носить разный характер. Либо это такие бывшие дома книги в регионах, где продаются
лапти, варенья, какие-то учебники по английскому языку, он все равно является таким пространством, не знаю, радости, туристического оптимизма. Может быть, это немного такое не sophisticated, как бы естественно рождается из социального движения, когда люди, начиная сами обустраивать жизнь вокруг себя. Независимые инди самоздатчики, не ставь пиво вертакам. Сегодня мы делаем перформанс, который называется «От нуля до нуля». Это отвратительный аттракцион в углу, где мы продаем деньги и сжигаем их. Итак, с группой сподвижников в каких-то непонятных петербургских подворотнях мы замыслили открыть независимое издательство, не имея на именитость автора, но не на издательство. Они про нас не знают. Сели на жопу и поняли, что ни у кого нет... Я могу поручиться за каждого из персонажей на обложке. Орбиты. У нас в материалах есть Иван Ургант, брали интервью недавно. У нас есть Антон Лисов из ДНР. У него было задание от Скорюшкина найти те самые замочки, которые превращают человека в послушное существо. Мы слишком добродушны к людям, потому что мы к ним приходим и опять зарождаем в них огонь. И, по-моему, вы там были в этот момент, и тогда мне дали газету. Я просто даже не знала тогда, что это. Вот, я хотела спросить, у вас там что-то организованное есть, или вы где-то там... Раз, два, три! О, другое дело! Спасибо, друзья! Thank you.